попробуем пройти с кубарной. Человек какой? Тут еще морду набью. Погнали! Погнали, ну погнали. А что, он играет в метель, да? А, да, в метельку играет. Его зовут Энгли, помню, так кто? А это Игорь, точно. Мама, мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Нет. Да, все. Тогда неси дневник. Угу. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. Нифига. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Да, Игорь. Вот сегодня не выйдет. Смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Ладно. Фух. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки. За какой-то училки. Так. Так удашь-то! Сегодня мы пытаемся пройти с кубы, но увы. Через ворота я не могу сбежать. Я уже сбегал. Не, я получал. Так. Лампа лежит, ребята. Что? Так, нам понадобится ответка. Потому что мы будем это сбегать через крышу. Попробуем сбежать. И все, на ванну больше ничего не нужно. Отправляемся тогда к бабушке. Сейчас вот забыть. Это он так крича тачки ебал. Ну куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. Угу. Так. Ничего. Ничего. Тогда погнали, ключ получим. Так. Бай. Пойду. Ага. Ну сколько можно? Это шум из спальни. Где тут ключик? Нужно срочно вернуться в комнату. Не нужно возвращаться в комнату. Не сыкуй, Андрей. Лишь бы не спалиться. Лишь бы не спалиться. Послыхай. Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. Да. Ох, я уж думал, мне крышка. А где ключ от кладовой тогда? Батюшка, блин. Ладно, тогда батя далеком. Как включаем? Компьютер. Давай, врубайся. Так, рубик нам не надо. Вообще ни в какую. Сейчас бабрику, бабрику. Так. Эндрю. Так, 2002. Блин, 2002. Папа. Фейковое сообщение. Опа! Кто-то написал. Угу. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Угу. Мама пошла поливать цветы, хорошо. Сейчас увидим, когда она выйдет. Тихо. Тогда погнали к ней. Дымовая. Можно устроить дымовую завесу. Нашли.
Вот я бы показал, как надо. Мне придется еще вымыть мамку. Мне кажется, лампа выключить. Кстати, знаешь, что я набор для этого декода выйду. Ну ладно. Надо пойти отпить. Должен пройти. Давай! Нифига у вас тут свинячит. Засвинячено все. Предлагаю пойти в кладовую, потому что у меня просто полный комплект ничего. Ну вообще ничего не нужно нету. Редко мне вообще никак не нужно. Ладно, погнали тогда первую доску добудем. Угу. Так. И еще открутим тут. Нифига тут, конечно. Батя мы пишем сообщение и посмотрим, что это было у него. Пойду гляну, кто там пишет. Угу, поверь. Я пока что плыву на улочку. Так, что это? Что-то не видно. Все, погнали. Ложим на кухоньке. Молоток. Офигенно. Просто. Ну, да, мазила. Угу. Это у меня все. Нифига, у меня все. Собаку накормим сейчас. Так, я посмотрю. Видать, не трудно, да?
где мамка? Она не поливает цветы. Собаки, мы даем мясо, забираем. Не надо рычать. Угу. А, ну, в принципе, у меня реально весь комплект готовый. Да всё мимо! А, реально. Кстати, мы очень быстро сейчас бежим, получается, ребят, смотрите. Где он там? Уходит или как? Непонятно. Угу, всё. Сейчас батя идет и будем забивать гвозди. Ага, я забил, кстати, уже ступеньку. Вторую. Стоп. Мне кажется, или... Так. Мамочка, тебе кажется. Ну ладно. Ну и? Так. И надо сейчас... Пробую. Тогда сейчас получается забегаем, где получается. Там мамка такая, что забежим. Ой, мы очень близко забежали. Ладно. Куда это ты собрался? Нужно скорее бежать. Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено. Ребята, первый раз бежать. Ну, молодец. Беги, гуля! У меня сердце бьется. 13 минут 54. Это был высокотный мягкая куча сена, спасла мои ноги от перелома, и я, честно, бежала. Ура, теперь могу пойти играть с друзьями. Фух, ребята, я испугался. Это я первый раз, я хотел снять, как я получаю читы. Я никак не могу сбежать через ворота, но я сбежал через... Теперь через сено. Фух. Вон, ребят, сено.